Я хочу быть с тобой ласковым. Мягкие руки мои обнимают тебя. Ой, как это услышать, а? Я хочу быть с тобой счастлив. Жить лишь тобой одну бесконечно любя. В ночи тебя слышать, глаза твои видеть между нами, чтоб не было лжи. Тобой любоваться, одной восхищаться. Скажи мне два слова, скажи. Я хочу быть с тобой нежным, чтоб никогда не смогла позабыть ты меня. Я хочу быть с тобой прежним. Не уходи навсегда, умоляю тебя. В ночи тебя слышит, глаза твои видит между нами, чтоб не было лжи. Тобой любоваться, одной восхищаться. Скажи мне два слова, скажи. Я хочу встретиться снова. Нашим мечтам непременно откроется путь. Я прошу теплого крова. Ночи тебя слышать, глаза твои видят между нами, чтобы не было лжи. Тобой любоваться, одной восхищаться. Скажи мне два слова, скажи. Без сомнений, я хочу быть. Это вы считаете образец? Образец чего? А мне не понравилось. А вы про что? Эти стихи мне совсем не понравились. А я не про стихи. Ну хорошо, что положили на музыку, но стихи мне не нравятся. Это ваше право. Ольга Петровна, нет, это ваше мнение, конечно. Нет. Вы думаете, все ваши стихи думала, всем нравятся? Нет. Или мои все стихи всем нет, нравятся? Сейчас, нет, чего, конечно. Петровна, что, о чем вы говорите? Но я думала, что вы как образец. Нет. Это мужской вариант вообще. Сейчас я объясняю. Значит, это без самомучения. Я знаю. Вот. Так я в разговоре сказал, что у меня есть музыка, она... Бесамэм. Ну только сейчас мы ее критиковали, но это совсем другая мелодия. Ну, так вот и об этом и речь. Спор, диспут, об этом и речь. То есть я... От себя, ну, то есть мужские как бы стихи. Вот, нет, ты понимаешь, я пишу сначала от женского имени, а поет Табайков, он говорит, а мужской мне вариант. И нет, нет, и мне приходится делать и мужской вариант, и переделывать женский. То есть, если мужчина то есть сначала написала она под музыку известную, да, потом смотрел да. На это, думаю, а что это под чужую музыку? Ты взял свою написал. Да. А имеет право существования? Нет, здесь не то было. Вы прямо под БСМ точно вложили другие слова. Быть с тобой ласковым, мягкие руки мои обнимают меня, тебя. Но это другая часть. Я хочу быть с тобой ешь. Я все-таки имею музыкальное, хорошее образование. Ну, в принципе, ничего. Там бесамэ мучо. Значит, другая музыка. Так, ну и чего? А это совсем другая мелодия. Женский вариант. О, боже. Это совсем другой вариант.